Всем привет. Привет еще раз. Сегодня мы будем опять играть в Among Us. Among Us. Извините. Among Us, ананас. Ой, заело. Подписывайтесь на меня, если вы еще не подписаны. А мы будем начинать. В последнее время мои ролики выходят часто, поэтому не обязательно. Давайте начнем игру и на скалке поиграем. С тремя импостерами. С тремя или двумя поиграть? Давайте с тремя. Я буду искать только те сервера, которые создали русские, потому что... Вот, например, ай. Там могут быть американцы. Вот это из вот... Блин, что-то все... Он постоянно не видит... Опять это он. О, все нормально, все. Я снова лалка, и наконец-то я красный. Мой любимый цвет, кстати, как и салатовый. Опа-на, я я импостер. О, блин, тут так мало заданий. Мне кажется, они простые, зараза. Если бы я был с этим такого, то я бы сделал сложное задание. Я почти куклю черного. Не расизм, если что. Зачем? Твою мать. Окей, я просто говорю по-английски, хоть и не знаю особо английского, но придется. Да, скипы. Там что-то говорили black, типа искаженным надписями английским. Господи, я не знаю, что английские люди. Кстати, кто ждет новую карту Among Us? Лайк. Руёк 88899 вышел из игры. Покинул. О, здесь перезарядка убийств, как мало. Спустя, что-то полкинул. А, Дэдпул бег. Так я понял, Дэдпул. Блин, а импостеру что-то мощно слишком. Видно, как что секунду припадалась к кулдауну. Ну, и 4-1. Я пытаюсь отвести от себя подозрение. Чё? Игра закрылась прям передо мной. Розовая сама на себя говорит, ладно, вы победили, все, вы победили. Извини, сейчас все окей. Почему Рэд? Почему я? Почему я? Изи вин, просто изи. Не, ну серьезно. Америка, извините, но вы слишком тупые. Вы не можете раскрыть предателя. Это же был я. Мне кажется, они просто русских не любят, поэтому они меня хотели. Я не понял. А предатель что ли? Повел, потому что меня опять могут... Подожди, хватит порубать кислород! 4-4. Все. Кислород готов. Так, мне нужно... Изи! Изи, давайте я выйду из этой катки, потому что... Это easy win. Так, вообще запись идет? Да, идет. Я не хочу с русским, вернее, с Америкой играть. Ой, БТС. Нет. Тут что-то, смотри, чат русский, вроде, смотри, чат Раша. Это украинцы, что ли? Ну и Рим. Кто реально ждет новую карту, лайк. Я очень жду. Синий тоже подойдет. Сосед красного. Предатели. Чего? Погнали. Я член. Экипаж. Окей. Проведите карту. Стандарт. Ведь по этим вопросительным знакам ты можешь... Если вот смотреть... Зачем, зараза? Зачем юла? Окей, салат. Задрание ложное. Я сейчас на салат за салатом буду. Потом... 8-5. До чего я просто голосую, что каких-то людей нет. Вообще. Какая мне... А почему красный, интересно? Блин! Надо было сказать друг... Блин, а почему, зачем вы скипнули? Может, это был вупсень? Что он что-то говорил, надо бегать. Что-то не понимаю. Не могу настроить нормальный микрофон. Это что странно. Окей, я даже карточку не успел привести. Там люди провода тянет. О, с первого раза. Почти.
Реактор, реактор, бомб. Да, реактор, реактор. Если все туда бегут. Четвером и нечего бояться. А все, мы все скрипки починили. Так, по камерам что-то необычно есть. Нет, Лера бежит. Фрутоняня, ты что? Куда фрутоняня? Так, фрутоняня. А, блин, я так и думал. Я так и думал, что она им... А, прям на камерах! Прям на камерах! Прям на камерах меня убили. Меня убили прямо на камерах. Меня убили прямо на камерах. А почему красный? Это черный. Черный. Это черный. Блин. Черный, зеленый. Черный, блин. Это черный. Черный. Блин, это черный. Это черный, белый. Ну, сковородка. Кто тут сидел на камерах, видимо, был тоже импостером, потому что ну, он просто ничего не делал. Камеры не погасли, все было нормально. Ну, серьезно, лампочка камеры горела, и там был труп с черным вместе. Ладно, бывает. На камерах сидит просто кусок говна. Я не знаю еще, что делать в таких ситуациях. И не знаю еще, кто такой предатель. И что такое предатель. Просто начинает говорить про предателя сразу. На, предателя, подавись. Ой, ну Рим вообще где-то за картой заспавнил. Я пойду сразу в камеры, чтобы не палиться. Это если я не делал паски, это все равно палевно. Так. Так, в управлении много людей чего-то. Так, с Риди, ой, Риди. Второй, попали. Она возле труп стояла. Он же не видел, правильно? Я розовому помогу. Она же меня не видела, правильно, хотя она здоровалась. Все время эти люди. Знаешь, Сан? Он здесь кинет Сан, вообще-то пиздец просто. Сан и Дана строя. И получится то, что предатель Киска и Барбара, которые играют. Слушай, Киска, предатель Барбара. Все-таки розовый. Куда? Куда Сан? О, здесь какой Сан? Голубой. Я не понимаю, кто такой Сан. Фух. Мой РМ, все хорошо. Главное, сейчас убить кого-нибудь. Когда он маленький, я пойду в оружейную, туда точно кто-то двинется. Так, дверь закрыть не могу, жаль. Вырубили свет! А, ты еще что-то убить? Что-то потерял. Я коричневого выловил. Класс. О, у меня вот эти карты сразу. Навигация там как-то надо провести, это что-то далековато. Сразу здесь посмотрю. О, управление 5 человек. Салат. Да пофигу, пацаны. Я обычно не обращаю внимания. Обычно я обращаю, иногда не обращаю. Так вот, с реактором какая-то проблема. Это очень опасно. Они сейчас могут, кстати, подумать на меня. Опа, кстати, мне надо было щит. Это было недалеко и просто. О, Ри убили. Ри. Нифига себе, салату приготовилась. Фу, почему? Фу. Возьму тебя отбить. Лера. Лера, ну, который не может быть блокер. Окей, Лера, так Лера. Он коричневый был. Кто? Я не понимаю, вы какую-то чушь несете. А, я понял, он был, она была с коричневым, потом коричневый исчез, значит, это Лера. Гениально. Подождите. Мне кажется, или я сам за себя проголосовал? Лера была предателем. Это хочет какой-то за себя проголосовал. Я да, я синий там. Синий. Я синий проголосовал за синего. Это как? Кажется, либо это лак, либо это читер. Эй. А. Лера, ха, Лера. О, господи, я помню. Извините. Несколько слов я помню. Так, у меня мусор есть, таскает какой-нибудь мусор. О, вот два не было. Здесь столовой нет. Ты уже твой детектив. Красный. Ты красный. Если это салат. Если не красный. Один предатель против трех человек. Да. Нет, против четырех.
Кикают красного, и сейчас, если он сейчас не будет предателем, то у нас есть все шансы победить. А, да, один предатель будет, потому что в четырех. Оказался одним из предателей. Да, ничего себе, детективы настоящие. Так, я прям... Так, я... До того, как почему не успел. Да твою же мать! Что-то мастер слишком любит делать саботаж. Мне кажется, мне не очень кажется, что это сам. Что-то у нас черным оставим. Вот. Может, Саан, потому что что-то подозрительно уж убежал кислорода. О, нифига себе. Снова так расстреляли импостер, что у нас щиты поломались. Чуть-чуть был. Не говори. Блин! Господи, 4 человека уже. Офигеть. Это один импостер по четырём. Чёрт, почему? Зачем меня сюда готовить? Так что? Я как понял, на глазах. В себе. В её глазах есть люди. Я видел, как белый оттуда. Ну, глаз. Сёрт. Ну ладно, черный. Ты мне белый. Ладно, черный. Если не черный, то белый. Если не черный, то белый. Варвара, ты слишком это читер, мне кажется. Что-то я ему доверял. Ладно, тут читер, мне кажется, салат не читер, поэтому. Отлагалы, давайте зайдем. Так, я запустим еще раз. Ой, китайцы. Здесь китайцы. Нет. Ой, фиолетом стал. А, давайте на полюсе сыграем. Я давно на полюсе не играл. С твоими импостерами. Нет, с двумя. Давайте с двумя. А то там слишком легко тоже убить, как и в мире. В мире. Все, погнали на полюс. Если, конечно, главный здесь стартанет вообще. Да. Чел какой-то пишет. Чел пишет какой-то чел. Где-то чел пишет какого-то чела. Я экипаж. Че я? Главный. Все. Так, мне нужно вставить ключи. Топорить нашу машину. И самое интересное, то, что когда мы летим сюда, то вот этих двух полей. Да, нет. Нет, Маш, издание уже свет и быстро свет врубил. Как быстро? Блин, что так быстро? Где? Там место, что-то лагает или? Сановый зашел с ума. Тиц, я могу сканиться. Окей. Синий. Он сканится. Сам ред? Я не знаю, я скипаю. Не, нет, я за белого. Чуть-чуть за синего не проголосовал. Хотя давайте это, не будем играть на полюсе, это что-то подлагивает здесь, а. О, как лагает на этой карте. С тремя предателями идем на спел. А полюс убираем. Эй, алло! Алло, сервера! Так, вот и вот сюда зайдем, меня проговорить это не буду. И вы не смотрите. На его ник, вот он красного, не смотрите на него. Кстати, мы я еще не могу писать, что я снимаю. Психолог, то, что они не предатели, мне кажется, сейчас 1 кило просто победа. Все равно, что они не предатели. Этот человек сразу. Кил. Проги, ура! Да тут рус. Это вызвал черный. Давайте скипнем, а то нас. Изимин. Не, я скипну, просто не хочу. Есть еще предатели-сдавальщики. Трусы, можно сказать, чтобы свести себя подозрение. Просто убивай. Убивай. Победа. Изи.
если бы выкинули черного, мы бы так проиграли. Но это было бы неинтересно, поэтому лучше бы убить кого-нибудь. И, кстати, кого это интересно, кто бы убил? Я не знаю. Я на труп не смотрел. Я просто все молчат, все пассеры просто. Все встали в одно место рядом со мной. О, уйди от меня! Уйди, 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 уйди. Ой, уйди, 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 красный. Изи, да-да-да, это был... Красный, ты сумасшедший вообще. Сумасшедший. Дурку вызовите. Кто-то красный сумасшедший. Во-первых, у него ник странный. Не буду его опять говорить, а то меня еще забанят. На контент 18+. Тупый я. Оказался одним из предателей. Или тупый я не был предателем. Он был предателем, то бы я оказался предателем. Ой, черный, отстань, черный, отстань. Что вы сейчас за мной бегаете? Так что вы меня знаете, ёкаламане. Вы что, меня знаете, реально? Что-то вы меня знаете. Уйдите от меня. Уйдите. Я хочу сказать, что вы меня подписчики. Отстань, отстань. Отстань. Привет. Отстань. Что-то сказать, что вы меня подписчики. Чего вы за мной носитесь? Наркоманы. Если сейчас буду предателем, то это будет первая и вторая и последняя катка. Хотя давайте пойдем в другую. Давайте поприкалываемся в свободном забеге. На скелде. Хотите, подождите. Почему не порт сгорел красный? Давайте попробуем. Скелд и репорт. Репорт, репорт, жмёрт. Нет. Не работает, чёрт. Берем импостера. Это зараза медленный. Ладно, пойдем. Пойдемте убивать ботов. Если бы вопрос сейчас настоящий, то я бы сейчас пришла на карту, что я вот такой хрень творю. Хотя вот эту фигню удобно, удобная. Ага, 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 ага. Убираем, убираем, убиваем. Здесь потом на зелёный идем. Вот так работает. Как говорится. Чего сейчас сказал? Да нет, что-то в свободном забеге скучновато. С реальными пацанами. Самое странное то, что локальные вообще никто сейчас не играет локально. Вообще никого. Никто не играет. Окей, погнали обратно. Нет, не создаем, не создаем. А ты уже вызывал собрание. Это еще плюс для тех, кто, что, которые просто так жмут на собрание. Мы с папиком-предателем. Лолка, папик. Что-то... Ну да ладно. Пойду делать электричество. Давайте делать таски, как он показан якобы. О, у меня есть электричество. И как это... Что это таск? Придите энергию в оружейное. Так, типа дело, поднимаем и бежим в оружейку. Сначала купим золотого. Так, оружейку. Опа, желтого нашли. И надеюсь, это не зеленое. Стоп, ну да, я люблю. Стоп. Хрещи зарепортился, говорит, вы так. Может, они играют эти? Окей.
ты? Девочка, девочка. Я написал девочка, девочка. Да, да, ты. Ну как играть вот за Ванкас не очень там, в смысле, я проголосовал. В смысле, я проголосовал, что-то не понимаю. Проголосовал. Почему я проголосовал? Нет, нигде. Странно. Окей. Голосуйте. Ну на этой прекрасной, великолепнейшей ноте Steam пошел в задницу. Мы будем заканчивать этой прекрасной доте. Заканчивать вот с такой победой. Уюху. А мы сегодня поиграли, ну, в Among Us, и побыли предателями вместе с папиком. И не только с папиком. Также не забудьте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. И счастливого вам настроения. Пока.